Всем привет! Начинаю недельный влог. Сейчас заехала к маме, потому что давно не видела Мишку. Вот он у меня тут здесь сидит, маленький. И хотела вам показать один журнал, который мне только что принесли. Вообще на неделе будет много событий. Самое главное событие, что в воскресенье, 9 октября, будет Beauty Summit. Это будет уже послезавтра, и там будет очень интересные мастер-классы от Ковки The Cat, от Марка Кауфмана, от Анастасии Золотой, и я с Лизой Красновой буду там ведущая. И, конечно же, я буду там все снимать и все вам покажу. А давайте я вам покажу сейчас Мишку. Мишка! Мишка! Мишка, дай лапку. Дай лапочку, мой хороший. Давай посмотрим, что нам прислали. А нам прислали вот такой вот привет из Риги. Это журнал такой глянцевый, люблю лайф. И в этом журнале, Мишка, ищи меня, ищи, напечатали такую статью про бьюти-блогеров, бьюти-блогинг. И смотрите, кто здесь. Мишка, кто здесь? Ты видел, кто здесь напечатали? Смотри, Мишка, это же я. В общем, здесь статья про бьюти-блогеров. Здесь и Анечка, и Станиана, и Шеннон, и Ники Тьюториалс, моя любимая, Крыгина. Это вообще было очень смешно, потому что мы с ней вообще на одной странице, даже здесь. Ну, в общем, прикольно, да? Мишка, ты меня сразу узнал, я смотрю. Малыш мой любимый. В общем, очень, очень приятно. Девочки, если вы живете в Риге, пишите мне. Мишка, давай. Вот такие потягушки мы делаем красивые. Пошли. Пошли, Мишка. Пошли. I'd rather be blue than lighthearted. Won't break, just be smarter. Whatever to get back from you. I know that the night has just started. Get up, don't be bothered. Get out and find some things to do. Start again. Сегодня у меня в студии. Привет. Мы будем снимать кое-что интересное. Ну, мне расскажем. Это мой приглашенный гость в Beauty без правил. Мне так приятно, что меня Диана пригласила. Мы ждем Краснову, а за окном у нас сегодня вообще дождь. Дождь. Такая прекрасная укладка в модном стиле. Только что встала с постели, пляжная практически окон. На самом деле укладка в стиле попала под дождь. Она реально была красивая, когда я выходила. Да, ладно. В общем, ждите, в ноябре будет интересно. Да. Слушай, ресницы у тебя обалденные вообще. Ну, я уже жду видео. Ресничное наращивание. Все очень просто. Лепите ресницы, пучки кластера снизу под свои собственные. И они даже когда сверху смотрите, очень натуральные. И это уже их пора снимать. Это обалдеть. Они уже очень... Ну, у тебя будет видео про это, да? Да. Класс. А то они были прям вообще огонь. Еще одна снимает. Харви Квин. Вчера был офигенный день, мастер-класс прошел просто идеально. Я как раз хотела попросить, чтобы вы мне рассказали, как вам, критиковали меня, пожалуйста. Как тебя можно критиковать? Может, нужно. Ты настолько все подробно, классно, доступно, внятно подаешь информацию, что, не знаю, мне кажется, там даже 5-летний ребенок поймет, как это красится. Девочки исписали, они все показывали блокноты, там целые листы А4 расписаны. Мне кажется, я их просто убила, потому что очень многие говорят. Слушай, что, ну вот я типа, как на, больше, чем на курсе визажа я рассказываю. Ну я видела уже отзывы там в интернете по хэштегу. Все
довольны очень. Класс. Так что не переживай. И приезжай еще. Да, обязательно приеду. Сейчас тебя фокус наведу. Да, обязательно приеду. Я прям в восторге. И теперь еще у меня есть кому забежать в гости. Вот, надо приехать. Я тебя могу из аэропорта забрать. Теперь есть ничего. Девочки смотрят, как печатается. Под котик на стирающую машину. А? Мэджик. Котики на стиралку просто. Мэджик. Кто-то выбирает себе тенюшечки. Да, впрочем, намазывает. Колор-попики. Ой, какие мы симпатяшечки. Это в паспорт с трудом влезет. Ну, смотрите, ну Харли же она вообще. Ау. Лиза, ты возьмешь? Да. Бери. Красивый? Да. Классный? Да.